Книга пророка Наума, глава 1. Пророчество о Ниневии. Книга видений Наума, Елкосиянина. Господь есть Бог-ревнитель и мститель. Мститель Господь и страшен в гневе. Мстит Господь врагам своим и не пощадит противников своих. Господь долготерпелив и велик могуществом, и не оставляет без наказания. В вихре и в буре шествие Господа, облако, пыль от ног Его. Запретит Он морю, и оно высыхает, и все реки иссякают, вянет Васан и Кармил, и блекнет цвет на Ливане. Горы трясутся перед Ним, и холмы тают, и земля колеблется перед лицом Его, и вселенная, и все живущие в ней. Перед негодованием Его кто устоит, и кто стерпит пламя гнева Его? Гнев Его разливается, как огонь, скалы распадаются пред Ним. Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него. Но всепотопляющим наводнением разрушит до основания Ниневию, и врагов его постигнет мрак. Что умышляете вы против Господа? Он совершит истребление, и бедствие уже не повторится. Ибо сплетшиеся между собою, как терновник, и упившиеся, как пьяницы, они пожраны будут совершенно, как сухая солома. Из тебя произошел умысливший злое против Господа, составивший совет нечестивый. Так говорит Господь, хотя они безопасны и многочисленны, но они будут посечены и исчезнут, а тебя, хотя я отягощал, более не буду отягощать. И ныне я сокрушу ярмо его, лежащее на тебе, и узы твои разорву. А о тебе, Ассур, Господь определил, не будет более семени с твоим именем. Из дома Бога твоего истреблю истуканы и кумиры, приготовлю тебе в нем могилу, потому что ты будешь в презрении. Вот на горах стопы благовестника, возвещающего мир. Празднуй, Иудея, праздники твои, исполняй обеты твои, ибо не будет более проходить по тебе нечестивый, он совсем уничтожен.